Привет, Вита, это Генри. Эй. Я тут затеваю кое-что по-крупному. Ты тоже мог бы поучаствовать. Если хочешь, подъезжай в Линкольн-парк, поболтаем. И ствол возьми. Ладно. Ну, до встречи. А вот и он. Хай! Как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай, я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клементе, конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно, интересно, а мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит 2,5 штуки баксов. Еще 1000 за доставку сюда. И? И мы снимаем 11 кусков просто за развоз по дилерам. 7,5 тысяч прибыли за кило. Да, но как же Фальконе? Он не узнает, а если и узнает, то что? Пригрозит и потребует доллар. Ага, но если Карло единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о тонгах? Китаёзы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китаёзы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром, и тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут 10 кило. За сколько? 35 тысяч. А за сколько она уйдет? За 110. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем 35 штук? Есть один ростовщик, еврей из Палисада. Он даст нам 35, если вернем 45. Получим прибыль по 20 штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики — это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за 20 штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком! 20 штук за один день! Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали.
Кто этот тип, к которому мы идем, Генри? Его зовут Бруно. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст он. И больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще трое. Но если ты готов просить 35 штук у Карла или Фрэнка Винчи, вперед из песней. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни, а потом расстрелял его в упор из автомата. А этот? Слушай, мы же договорились, не будем об этом. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? Нифига себе. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все по-тихому. А ему можно доверять? Конечно, все серьезные люди постоянно у него занимают. Если мы расплатимся вовремя, проблем не будет. Эй, ты, гений, красный значит стой! Красный свет гонишь? Так, вроде мы на месте. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. Чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. О, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно, секрет фирмы. Тогда 45 мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент, а скорее моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри, но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. И возгорится гнев мой, и убью вас мечом,
и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово и верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Молодец, Генри. Я же говорил, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Библию, Генри? Ты что, читал? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и спросил у священника. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов, нет шлюх и плохо кормят. Да уж, точно подмечено. Оу, я там 45-го не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Упокой, Господи, ее душу. А ты чё? Когда был в церкви? На Пасху. Ну, неплохо так. В 41-м. Беру свои слова обратно. Ад по тебе плачет. Ты что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Небось, тот же тип. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Краба, так? Который сортир чистит у Карла в заведении. У которого всего два пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Сауспорта. Дошло? О, да, понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, краб дебил. С нами такого не случится. Ты что, дальтоник, красный же? Слушай, я умею водить, не лезь. Почти на месте. Заезжай во двор через ворота. Так, парни, за мной. Говорить буду я. Хай, у нас дело к твоему боссу. Следуйте за мной, джентльмены. Мистер Вон ждет вас.
Добрый день, Генри. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. У вас чемодан достаточно набит? Посмотри сам. 11 фунтов 20, сэр. 35 тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот вас товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм — это чуть больше 2 фунтов. Какой будешь проверять? Окей, порядок. Я рад. В следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази. Добрый день, господа. А, черт, подстава. Сдается мне, у вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Какие туфли? Стойте, эти ребята не копы. Убей, урода! Стреляй, не копы! Вито, прикрой нас! Прикрой меня, Вито! Ну вот, еще лет! Держись! Что-то дега! Живее! Вот черт! Не пройти! Бежим! Парни, не слышится! Вита, черт возьми, беги! Пошли! Вита, вынеси дверь! Холостыми стреляешь! Я захожу! Я захожу. Ладно, Вита, поплыли. И это все, чем меня порадует? Только попал. Прикрой, иди. Давай, быстро, пошли.
Да, где ты? Прикрой меня, Вита! Выруби! И это все чем тебя порадует? Это попал! Прощайте с жизнью! Давай, уходим! И это все! Помогите мне! Давай, быстро, пошли! Ладно, ладно, поехали, поехали! Вон он! Ребята, вы там! У него нет шансов! Я его нажал! Прикрой меня! Да грохни его, наконец! У меня патроны! Все в порядке! Прикрой, уйди! Ага! Твою мать! Чуть не вляпались. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторвись! Такое было, Генри? Без понятия. Наверное, кто-то узнал о сделке. Копы точно были ряжены. Может, китаёзы решили нас надуть? Сомневаюсь. Слушай, я разберусь, но сперва надо сбыть товар. Вито, гони к старому складу на Хантерс. Надеюсь, в этот раз все пройдет лучше. Не сомневайся. Хуже уже некуда, правда? Кому мы толкаем товар? Разным ребятам. Эй, в каком это смысле разным ребятам? Разным ребятам. Ты что, оглох, что ли, от всей этой пальбы? Я что-то слышал про просто перевалим товар с места на место. Но если продавать по чуть-чуть, то бабла-то больше. Я бы предпочел это знать до того, как подписался на дело. Судя по тому, как ты в парке трясся, ты бы вообще не пошел. Да, именно. Слушай, так как есть. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, пахать 30 лет жизни на Эдди Скарла, пока тебя не уберут или за решетку не загремишь. Ты в жизни такого бабла не увидишь, если будешь сидеть на заднице. Когда я плохое советовал? Ну, с талончиками, и когда нас чуть не угрохали, пока мы мочили того жердяя на Сент-Айленде. Ладно, хватит. Завтра это уже будет фигня. Поехали, Хантерс. И не волнуйся, сегодня мы видим эту шваль первый и последний раз в жизни. Разве что плотно этим займемся. О, слушай, давай разберемся с первой партией, а потом будем планы строить, ладно? Ну да я просто сказал. Вито прав. Давайте просто доживем до вечера. А потом все будет в ажуре. Говорить буду я. Это крутые парни, так что без этих ваших шуточек. А, Джо? Привет, парни, как дела? Заходи. А, черт! Хорошая дурь! Мы это сделали! Мы сорвали банк! Эй, не гони волну, еще не все. Что такое мрачный, Генри? С каких пор деньги тебя не радуют?
Вот расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно, ладно. He gon' take it to a private eye. If that private eye can't see, he better take the ring from me. Что, даже на чай не дашь? На чай? На чай не дам. Только на водку. Закрой дверь с той стороны. Вежлив, как всегда, Джоуи. Просто вали уже нафиг отсюда. Эй, Джина, хочешь ко мне? Эй, тут и втроем можно.